Используя научные и технологические инновации, корпорация «Петахон» расширяет новые каналы продаж, развивает производственную цепочку, увеличивает цепочку прибыльности, чтобы добиться двойной экономической выгоды и повысить конкурентные преимущества бренда. В производственном цеху по производству соевых продуктов компании «Пэйдахуан» автоматизированное оборудование производит 120 тысяч коробок соевого творога в день. Но по-прежнему ощущается дефицит поставок. Потребители высоко оценивают качество продуктов компании «Пэйдахуан». Местные хоронят чернозёмы унигарня и зеленая органическая соя, выращенная на них, особенная. Поэтому компания применяет самое передовое производственное оборудование и технологии производства в мире. В настоящее время доля рынка соевого творога, произведенного компанией «Пэйдахуан», достигла в Харбине и его окрестностях 95%. Рынком охвачены почти все потребители. Другие соевые продукты компании также были запущены один за другим. Общий объем продаж за последние три года достиг 35 тысяч тонн. Темпы годового роста производства увеличиваются на 10% ежегодно. Реформа управления и услуги должны способствовать усовершенствованию маркетинга. В будущем, возможно, мы будем работать в крупных районах по всей стране. Мы создали заводы и в других провинциях, чтобы стать брендом китайских соевых продуктов номер один. В этом году филиалы корпорации «Пэйдахуан» интегрируют ресурсы доминирующих продуктов. Сформированы новые торговые точки. Флагманский магазин «Пэйдахуан» в Харбине не только продает разнообразные продукты, но и предоставляет такие услуги, как медицинское обслуживание, совместное использование прачечной и доставка продуктов на дом. Создать платформу бизнес-услуг для совместного использования «Пэйдахуан», стать городским комплексным поставщиком услуг с помощью модели «База плюс магазин», чтобы достичь качественного развития современной индустрии услуг «Пэйдахуан».